Во все времена была некая прослойка населения, которая недовольна всегда и всем. В основном это такие люди с сутяжническими наклонностями. И я не скажу, что они не нужны. Они нужны. Пусть бухтят, пусть все время чем-то будут недовольны, но это все, что касается внутренней политики государства. Все, что касается внешней политики, ты имеешь право быть против Путина, ты можешь быть против Медведева, против кого угодно, против власти, против... Ты не имеешь права быть против собственной страны. Поэтому вот эта вся либерастическая тусовка, лжепатриотически настроенная, у меня вызывает, конечно, иногда даже ярость.